Белый, синий, шафроново-желтый. В такой цветовой гамме будет исполнен обновленный фасад Дворца спорта. От зеркальной пленки на витражах решили отказаться. Вместо этого проектировщик предложил более современный вариант. Заречено, решили принять очень конструктивное решение – это напыление ионного серебра. Напыление ионного серебра – это как бы на сегодняшний день очень утверждено ГОСТом, который у нас есть, да? Из трех служб его от 25 до 30 лет. И он еще является энергосберегающим эффектом, на 30-40% сохраняет тепло. Замена фасада пройдет в рамках капитального ремонта Сибиряка. Как отмечают специалисты, это необходимость. После обновления утеплителя восстановить старое покрытие уже не удастся. Именно поэтому проектировщик вышел на согласование. Городские архитекторы рекомендовали остановиться на более ярких тонах. Единогласным решением выбрали третий вариант. Внутреннюю же реконструкцию будут принимать сами спортсмены. А вот внутреннюю сторону, вы уже там смотрите, потому что внутренняя сторона, она исключительно будет влиять на качество процесса, который там будет осуществляться, учебный, там тренировочный процесс, да. Там уже вы с учетом особенностей каждого вида спорта, потребностей, да. Как пояснили на градостроительной комиссии, согласование паспорта отделки фасада – это финишная прямая. В ближайшее время проект капитального ремонта будет отправлен на окончательную экспертизу, после чего строители приступят к основным работам. Кристина Кочерова, Евгений Трефилов, телерадиокомпания «Юганск».